Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 339. Начертите первое. Разносторонний остроугольный треугольник. Значит, наш будущий треугольник должен иметь стороны разной длины, и его углы, все углы должны быть острые. Поэтому мы начертим произвольный отрезок, обозначим его АВ. А теперь от луча АВ отложим угол, любой произвольный угол острый. Вот такой. И на второй стороне угла мы возьмем отрезок чуть меньше, чем отрезок АВ. Вот такой отрезок. Обозначим С, конец этого отрезка. Теперь мы соединим точки С и В, получим треугольник. Треугольник АВС. Давайте его рассмотрим, что у нас получилось. Все его углы острые, как видно, значит, он остроугольный. И все его стороны имеют разную длину, значит, он разносторонний. Второе. Теперь нам нужно начертить равнобедренный прямоугольный треугольник. Чертим произвольный отрезок МН. Ну, вот в данном случае у меня отрезок занимает 4,5 клеточки. Теперь мы от луча МН откладываем угол 90 градусов. Но мы уже говорили о том, что стороны прямого угла, если этот угол начерчен на листе в клеточку, проходят вдоль клеточек. Значит, мы чертим луч, который расположен в вертикальном направлении по клеточкам. Это получается у нас угол 90 градусов. А теперь на этом луче мы откладываем отрезок такой, чтобы он был равен отрезку МН. Тоже 4,5 клеточки. Например, отрезок МП. Теперь нам остается соединить точки П и Н. И мы получили треугольник ПНЭ, который будет прямоугольный, потому что один из его углов прямой. И равнобедренный. Вообще-то говоря, запятую между прямоугольной и равнобедренной можно не ставить, поскольку прямоугольный и равнобедренный – это разные характеристики треугольника. И это не синонимы. Так, покажем тогда на нашем чертеже, что стороны МП и МН равны. Ну, по 4,5 клеточки. Значит, треугольник прямоугольный и равнобедренный. Третье. Теперь нам нужно построить равнобедренный тупоугольный треугольник. Начинаем с того, что чертим произвольный отрезок. Обозначим его СТ. Теперь отложим произвольный угол от луча СТ, произвольный тупой угол. Вот такой, например. И на полученном луче мы отложим отрезок, равный отрезку СТ. Например, это будет отрезок СК. Значит, СТ равно СК. Теперь соединим точки К и Т и получим треугольник. КТС. Он будет тупоугольный и равнобедренный, как указано было в задании. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.